Всем добрый день. Не удержался не показать еще один вариант снятия фасы. Подсказал я его Кирилл Панасюк. То есть идея очень интересная. Я думаю, вам тоже должна понравиться. Ну и скажете, что здесь нового? А вот чего. Идея реально прикольная. Он мне написал, и я сразу же решил, что обязательно попробую, как это будет в действительности. И это действительно удобнее. Во-первых, не надо дрыгать постоянно станок. Он крутится и крутится. Меняете только шайбы. И все. И одни и те же постоянные обороты. То есть, в принципе, работы здесь немного. Я тот пятак, который был у меня на заднем центре, я его зажал в кулачки, а новый изготовил заново. Наоборот. Ну, как мне Кирилл написал, что все действительно наоборот. То есть, рабочая часть переместилась на задний центр, а поджимающая часть пошла в кулачки. То есть, ей получается, что патрон постоянно вращается, постоянный привод, который не обязательно выключать при смене детали. Так, и вы наверняка обратили внимание, что я сменил резец, то есть убрал метчик, потому что с метчиком. Ну да, способ работает, в принципе, вариант тоже неплохой, но не разгонишься. А мне нужно по-быстрому эти шайбы сделать, чтобы отдать и забыть про них. Поэтому я поставил обычный резьбовой резец. В отличие от проходного отогнута, у него угол, так, значит, что получается, 60-30 градусов. У проходного отогнутого 45, и у резьбового там фасочки не такие острые, как у проходного отогнутого. Так что привет Кириллу и спасибо за идею. Всем пока.